Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Градхара Шивасари Гоура Бхактивинда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Градхара Шивасари Гоура Бхактивинда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, дорогие преданные, как говорится, живем в замечательное время, и сказано, виджайте Шри Кришна Санкиртана будет победоносно. Но иногда кажется, что какая победоносна, вот там что-то было в 60-е годы, когда Шрила Прабхупада приехал, тогда про Харе Кришна говорили все, а потом все как-то так затянулось, закрутилось. Друзья, вы видите, что времена меняются, да, и, конечно, писания говорят, что в разное время люди по-разному воспринимают реальность. Воспринимают ее по-разному, потому что общество и люди как бы рождаются, ну, как бы над целевыми группами, да, кармически. То есть они готовы к какому-то восприятию. Может быть, там 2000 лет тому назад, когда Спаситель сказал им, не воруйте ослов и волов, они даже не могли представить, что в будущем люди будут угонять Мерседесы и Лендроверы. Но представить, что Христос говорил собранию людей, которые были ворами транспортных средств, то мы понимаем, что это было не очень цивилизованное общество. Времена изменились, и общество, безусловно, изменилось тоже. Я говорил со своим одним другом, он европеец, ну, как все европейцы такой, не то чтобы атеист, агностик, но он говорит, вот, я читал такую книгу, где говорится, что в современном обществе гораздо меньше насилия, чем раньше, действительно, там Бастилия, там какая-то виселица, там в Москве люди ходили по выходным посмотреть бесплатно казнь, это был такой типа шоу-бизнеса, погулять по Красной площади, пирожков пожрать, ну и заодно и казнь посмотреть, все, кого-то всегда казнили, каких-то душегубов. Но мы не можем сказать, что общество, оно изменило свое насилие, да, то есть, да, может быть, физического насилия гораздо меньше, так сказать, не употребляются жестокие орудия убийства, какая-то маленькая пуля делает маленькую дырочку в голове. Но при этом жестокость и вожделение перешли в другие формы, да, то есть, ну, как бы с продвижением человека и формы продвигаются. Но не стоит нам сравнивать ну, как бы культуру средних веков с культурой как таковой. Потому что сама по себе культура средних веков крайне, ну, скажем так,
ну, а культура средних веков, так или иначе, она основана на античной культуре. То есть античная культура – это культура Греции, Рима, где процветала там поэзия, литература. И, в принципе, все, что пытались сделать античные, правители средних веков, это создать некую империю а-ля Рим. Конечно, не у всех получалось это далеко, и не все государства были столь продвинутыми, как Рим, но так или иначе, это калиюжная цивилизация, да, если мы будем сравнивать идеалы ведической цивилизации, то мы видим, что ведическая цивилизация, она была гораздо более продвинутая, чем даже античная культура. И тем не менее, Кришна объясняет, что все в этом мире приходит в упадок. Люди склонны к деградации, и Кали-юга, эпоха, в которой мы живем, очевидно, это эпоха деградации. И это эпоха деградации не потому, что технический прогресс, автомобили, самолеты, а посмотрите, как мы все это используем. Поэтому сейчас вопрос как бы переоценки ценностей. Деньги. Деградируем мы от денег? Ну, конечно, можем от всего деградировать. Но как мы это используем? Если мы используем деньги для развития, то без денег невозможно жить. Но деньги для духовного развития – это прогресс, и деньги – это олицетворение богини Лакшми. То есть Лакшми дает нам средства, чтобы мы духовно развивались, но когда мы злоупотребляем средствами Лакшми, мы начинаем что делать? Мы начинаем деградировать. То есть деградация в любом смысле – это злоупотребление сознанием Кришны, или недостаточное сознание Кришны, или мало сознания Кришны, или отсутствие сознания Кришны как такового. Но в этой связи мы можем сказать, да, мир находится в деградированном состоянии, но на то и есть преданные, чтобы поправить эту проблему. Но мы не должны думать, что мы сейчас придем, топнем, там, свистнем ногами, сапогами, и все прибегут в Харе Кришны и построятся. Нет. Мы понимаем, что группы людей прогрессируют группами, да, то есть как вот, можно сказать, общество, оно всегда делится на разные группы, там, мы можем назвать их кастами, там, или сословиями, или там интеллигенция, там, понятно, интеллектуалы, интеллигенция, там, рабочий класс и так далее. И поэтому Шрила Прабхупада и Шрила Сарасвати Такура, они хотели проповедовать интеллигенции. Но я напомню вам, что такое слово «интеллигент» на всякий случай. Слово «интеллигент» – это не человек в очках, который прочитал много книжек. А слово «интеллигент» – это его основу взяла из римской армии. Это последний строй несокрушимых солдат, которым не нужно было объяснять, как воевать. Они знали все, что нужно делать сразу же, да, потому что это были опытные ветераны. Их называли интеллигенты. Их победить невозможно было, их можно было только уничтожить. Ну вот там были еще, их еще называли по-другому, триарии. То есть интеллигент – это не тот просто человек, который, ну, как бы так интеллектуально, что-то там фильмишко посмотрел, книжка посмотрел, там во всем сомневается, читает там 5 научных журналов, там. Это не интеллигент, это, ну, мы знаем, что у нас есть разные тела. Одно тело состоит из гьяны, а другое из вигьяны. То есть гьяна – это информация, это информированный человек, не просьба путать с интеллигентом. А вигьяна – это мудрость и опыт. Да, и поэтому, когда мы говорим, кто такие интеллигенты, это скорее не просто информированный человек, а это человек, который умудрен жизненным опытом. И когда мы говорим слово «интеллигент», это еще определенный как бы ярлык на эго. То есть настоящий интеллигент – это человек, который умудрен жизненным опытом, и у него смиренное эго. И вот в чем проблема нашей миссии, да, вот мы говорили. Проблема в нашей миссии, что у нас очень много небитых людей, которые пришли, молодые, красивые, умные, но их еще жизнь не получилась. То есть у них нет мудрости, у них нет опыта. И пока что, как бы, еще эго, да, эго играет, оно хочет там, все, оно хочет самоутверждаться. А интеллигент – это мудрый человек, который обладает опытом, знанием, и главное, что его эго в процессе его опыта и знания позволяет ему наполняться знанием. И еще подлинный интеллигент, как говорил Гурудев, простосердечный, преданный, то есть человек, который открыт к Писанию, мы должны быть открыты к Писанию. Бхагавадгите Кришна нас не обманывает. Шримад Бхагаватам – это не какая-то подстава, это лекарство, это как азбука, да, это не просто азбука, это высшее образование, высшее духовное образование. И поэтому мы должны принимать его всем сердцем. Мы, может быть, не можем понять, почему есть там океан молока и тростника, но если будем читать другие Пураны, мы найдем объяснение в них.
мы можем не понимать какие-то процессы в Бхагаватам, но понимаете, как бы Бхагаватам он написан как для начинающих, так и для высших мистиков, поэтому такая книга универсальная. Ведавьяс ее так составил, что ее понять не так просто, и поэтому мы должны слушать Бхагаватам от Бхагавата Вайшнавы. Да, и Бхагавата Вайшнава, безусловно, нам раскроет всю глубину священных писаний. Поверьте мне, сами мы никогда до этого не дойдем. Ну, может быть, и дойдем, конечно, там через миллионы жизней. Но Шрила Гуру Махарадж, он всегда говорил, что то, с кем ты общаешься, может тебя продвинуть. Если ты общаешься с Махабхагаватой Вайшнавой, ты даже можешь преодолеть стадию среднего Мадхи-Мадхикари. Ты можешь сразу же прыгнуть в Махабхагавату сам. Почему? Ну, потому что если ты общаешься... Ну, пример очень простой. Например, ты закончил школу бизнеса, все пошли заниматься бизнесом. Один в типографию, другой еще куда-то. А ты пошел заниматься бизнесом в швейцарский банк. Да? И ты можешь со школы сразу же перепрыгнуть весь рост бизнеса. Ты сразу же можешь в обществе крутых бизнесменов, в крутой бизнес-организации, ты можешь сразу же достичь невероятных результатов. Вот, и поэтому общество Махабхагаваты, как говорит Гуру Махарадж, это не физическое общество. И он говорит, что невозможно в обществе Вайшнава находиться просто физически. Мы должны служить, мы должны отдавать, мы должны задействовать свою энергию. И у вас сейчас, друзья, прекрасное время, потому что у нас огромная потребность в средствах. Это потребность в том, что мы запустили такие проекты, как Ростовка. Да, там достаточно новые, молодые, преданные, они сейчас меня смотрят, у них нет опыта, но у них есть энтузиазм. И мы, конечно, должны помочь им. Почему мы должны помочь? Почему люди в России должны помогать людям на Украине? И люди из Америки должны помогать людям там, в России? Да потому что так устроено мир, что мы связаны друг с другом через служение. Служение – это наша энергия. А нашу энергию всегда можно оцифровать физически в джоулях или там ментально в прочитанных там гигабайтах, килобайтах. Ну вот. Но еще можно оцифровать нашу энергию в деньгах. И когда Гурудеву говорили: «Гурудев, а вы что, потому сколько человек жертвует, определяете его преданность?» Гурудев говорит: «Конечно, потому что если человек верит что-то, он начинает тратить на это свои силы и средства». И, да, то есть, а так он скажет: «О, всю энергию, силы и средства я потрачу для своего наслаждения, а в Харе Кришне я буду приходить покушать просады там, провести хорошо время». Нет, это не бхакти. И у нас есть такая категория людей, которые на программу всегда приходила поесть просад. Ну, мы их пускали какое-то время. Ну, у нас есть такие люди, да, в разных храмах, да, как и просадники. То есть их интересует пока только пища. Они хотят потребить. Но не факт, что этот просад дает им такое же благо, как он дает тем преданным, которые его готовят и служат. Потому что преданные, которые готовят и служат, они получают внутреннее глубокое удовлетворение. А просадники, они удовлетворяют лишь только физический голод. И раздача пищи – это прекрасное благотворительное действие. Но помните, что все зависит от нашего умонастроения. Как Шрила Гуру Махарадж говорил, что на берегу Ганги живут разные люди. Одни в ней ловят рыбу, другие какают на ее берегу, третьи писают, четвертые моют в ней посуду, стирают белье. Но вайшнавы в ней совершают омовение. И Пундарик Видинитхи принимал 3 капли Ганги, а он никто иной, как Махараш Ришабхана, отец Радхарани. Он поклонялся Ганге. Шридхар Калавеча продавал банановые листья и тарелки и поклонялся половину своих средств, копейки, тратил на поклонение Ганге. То есть, понимаете, да, одни живут у Ганги и эксплуатируют ее, и поэтому их сукрити минимальная. Да, их какие-то грехи смываются, но они обретают новые грехи в процессе эксплуатации. Но другие приходят, чтобы отдать и поклониться, и видят в этом что-то святое. Друзья, кем мы хотим быть? Итак, представьте, мы с вами сейчас находимся на берегу Ганги. Да? Ганга – это духовный поток, Рупануга-Дхара, как говорил Гуру Махарадж. И что мы должны сделать? Да, безусловно, служа этому духовному потоку, мы будем удовлетворены. Интересный такой момент. Когда человек готовит, он иногда после готовки сыт. Почему? Ну, во-первых, нужно понимать, пища – это не просто грубый элемент, это прана. Прана – это тонкая энергия, которая существует в зернах, во всем. Когда мы подвигаем пищу огню… Но еще такой интересный момент есть. Пока мы готовим, мы дышим этими парами. Ну, волей-неволей, да, то есть мы находимся. Но третий еще такой момент. Когда мы готовим это для Господа, для преданных, к нам приходит праническое и духовное удовлетворение. Понимаете? То есть
То есть и тонкое физическое удовлетворение, и духовное удовлетворение. То есть мы получаем тонкую энергию этой пищи, а мы – это то, что мы едим. Как веды говорят, скажи мне, кто твой друг и что ты ешь. Так вот, можете себе представить, да? То есть человек может фактически номинально просто готовить пищу и раздавать, а удовлетворенный, счастлив он будет больше, чем едоки. И он может получить больше от этого духовного результата. Так вот, вопрос у меня такой, ребята. Мы хотим просто носить формальные тилаки, индийские имена и бусы деревянные на шее. Да? Или мы хотим понимать, что эти имена обозначают имена Господа, что эти бусы – это дерево Туласи, и что мы с вами живем в обществе преданных, которым мы должны служить. Вот, друзья, то, о чем я хотел сказать сегодня. И если вы спросите, как у меня дела, ну вот, глядя по мое достаточно опухшее лицо, оно уже стало поменьше припухшим, ну вот, мне еще, как говорится, можно не есть еще месяц. Ну вот, сегодня, правда, я согрешил, поел арбузик, но, в принципе, это как все равно, что попил сока. Но, то есть, я делаю некий эксперимент на себе и вижу, что, в принципе, все, что делают йоги, все это возможно. И не нужно, это не какие-то там возвышенные сложные вещи. Ограничить себя в пище там на 20-30 дней, там, или на какую-то диету сесть, это несложно. Главное – захотеть. А чтобы захотеть, надо хорошо заболеть. Вот я хорошо заболел, и поэтому я хорошо захотел. Но надо, чтобы была еще возможность. И сейчас у меня такой жизненный период Сатурна. Мы сегодня говорили с одним преданным. Он говорил, что вот, Махарадж, астрологию преподавать – это плохо. Я говорил, конечно, астрологию преподавать плохо, если человек только рассчитывает на астрологию. А если человек всегда рассчитывает на Господа, а астрология для него это как, знаете, как вот дорожные знаки, тогда вообще проблем нету. И поэтому все настоящие астрологи были преданными. И астрология для преданности. Но есть те, конечно, такие умные астрологи, которые там что-то сидят, ну, они просто разводят клиентов как бы на бабки. Но Гаргариша и другие великие личности были великими астрологами. А мы об этом говорили с Индубалой. Я очень рад, что Индубала, Девидаси, она, так сказать, там Индубала, Балаванта, в нашей миссии есть астрологи, но они не говорят людям просто какие-то вещи, да, они цепляют их за потребности, но они двигают людей к бхакти, да, к духовности. Ребята, начните делать пожертвования, начните совершать благие действия, начните делать какие-то благоприятные церемонии. Но, ребята, мы-то с вами уже на другом уровне должны находиться, как мы думаем. Да, мы-то с вами уже на уровне бхакти, поэтому у нас другие мотивации должны быть, да, как мы говорили, мы-то попали на этот берег не просто, что там рыбу ловить в океане бхакти, да, и не просто там посуду мыть свою в ней, да, мы попали в бхакти, чтобы служить, отдавать, чтобы быть одними из полноценных обитателей духовного мира, а в духовный мир можно попасть, только идя по стопам обитателей духовного мира, а это наши учителя. Вот, друзья, поэтому учимся служить, учимся отдавать, учимся, надо учиться, вот. Поэтому, друзья, служим, жертвуем, пишут преданные, куда можно жертвовать? Да, Господи, у нас есть питерский храм, московский храм, Ростовка, Киев, Абхазия, Хришикеш Махарадж, который вообще живет милостью Господа, там целый коллектив, там в Сибири есть проекты. Куда жертвовать? Найдите, куда жертвовать, и делайте регулярные пожертвования, и вы будете счастливы. Вы будете частью храма, вы построили храм. Знаете, как мне приятно приезжать во Вриндаван или в Майпур и говорить даже индусам оппозиции, которые там, это все наше. Я говорю, не, ребята, это не ваше. Ваши вот бамбуковые хижины, а вот эти замечательные храмы построили преданные со всего мира, в том числе и русские. Ну вот, поэтому есть русский кирпичик во всех индийских храмах. И все молча отводят глаза, потому что это правда. Поэтому пускай ваш кирпичик будет в каждом нашем центре. Вот. Ну что, друзья, продолжаем разгрузку, перезагрузку. Сейчас замечательное время. Просьба вам, воспевайте святые имена, проповедуйте. Если у кого-то есть возможность поститься, завтра день Рама Навами, великий день явления Господа Рамачандры, поэтому поститься можно там до обеда, как по календарю написано. Вот. А потом еще и кадыши будут. Так что, ребята, ну, ничего так страшного нету, просто надо зарубиться, как на все. Знаете, вот я сейчас подзарубился и очень счастлив. Вот, поэтому зарубитесь тоже, у вас получится. И смотрите, отстранение от материи дает только здоровье. Вот самый главный принцип оздоровления, омоложения, это просто не вредить своему организму, дать ему отдохнуть.
Самое главное, когда как вы хотите свою духовную жизнь развить, это просто перестаньте заниматься активной духовной деятельностью. Вернее, прошу прощения, материальной деятельностью. Даже евреи, они и то сидят один день, им даже работать запрещено, туалет спускать. Только медитируйте. Мусульмане, они час в день, там несколько молитв в день там делают. Да? То есть у них тоже есть особое время для молитвы, намаз. А мы с вами должны всю полностью свою деятельность как йоги посвятить духовному и при этом стараться вот эти материальные наши амбиции, ну, как бы контролировать и направлять на божественное. Поэтому, друзья, ну, действуем по инструкции. И пускай Господь прольет о вас свою милость. Хари Кришна, всего хорошего, мои поклоны. Давайте киртан совместный. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гададхар Шивасади Гоура Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Харибул, 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 Нитайгора, Харибул, Гоу Примананде, Нитайгор, Харибул. Друзья, я специально, ну, как бы, не очень делаю длинные касты, ну, чтобы вы, послушав мой каст, мне сказали, ну все, я сегодня все уже Махарадж послушал, все, пошел спать, пошел наслаждаться, киношку смотреть. Нет, чтобы вы конкретно после моего каста взяли в руки четки, книги, выполнили свой духовный план, встали с утра с памятью о Господе, совершили свое омовение, поставили тилоки, воспели святые имена. То есть, ребята, научитесь каждый день выделять время для души. Это желательно утреннее время. Да? Не стесняйтесь вставать пораньше, ложиться пораньше. И все будет прекрасно. Представьте, у вас будет час для души. Час души. А потом и два, и три. И потом тот толчок, который получите, импульс, он будет двигать вас в течение всего дня. То есть вот как алкоголик. Он один раз выпил, а потом догоняется. И вы тоже должны один раз пару часов попрактиковали серьезно с утра, а потом только догоняетесь, да, там вечерком, днем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Давайте, дорогие, двигаемся вперед. У нас такой марафон в бессмертие. Да, не просто ждать, пока меня подберут, и не делать шаг вперед и 100 назад, а вперед марафон. Да, медленно, долго, но мы будем бежать в мир сознания Кришны. И вдруг мы поймем, что мы на беговой дорожке, что дорожка тоже двигается. Харе Кришна. Так что надеюсь, что вы это уже осознаете.